Грузии отмечают День города Тбилиси. На центральных улицах концерт, ярмарки, красочные шоу. На празднике столицы побывал и мой коллега Михаил Рыбакидзе. В центре Тбилиси не протолкнуться, и это понятно. Остаться дома в праздник любимого города не захотел никто. Тем более, что октябрь подарил по-летнему теплые выходные. Очень гостеприимно у нас на улице сегодня. Всем очень радостны, так как это долгожданный праздник для нас всех. Мы отмечаем с радостью этот праздник. Кого здесь только не встретишь, чудаки, похожие на героев фильма Габриадзе Кинзадза, приглашают в путешествие во времени. Герои сказок и мультфильмов и добрые феи зазывают отведать традиционные сладости. Для нас это большой праздник, много веселья. Мне очень нравится, что в этот день выходят множество художников, артистов, делаются всякие представления для детей, для взрослых. Ну и, конечно, угощения, куда без них. Эти красавицы стали настоящим украшением Метевского моста. Раритетные автомобили из городского музея прибыли на праздник своим ходом. Сверкающие старушки дорогого стоят, и пройти мимо них невозможно. В основном мужчины, которые любят автомобили, ну, есть ностальгия. Старые времена, когда пробок не было, ездили же эти красавицы всегда по городу. Впрочем, сегодня многие от собственных автомобилей отказались. В праздник лучше гулять пешком. Инжировый овраг в районе серных бань. Здесь из-под земли бьют теплые серные источники. Слово «тбили» по-грузински означает «теплый». В день рождения города просто необходимо прийти сюда и прогуляться по тому месту, где и зародилась грузинская столица. Сладкий виноград, ранние цитрусы, чурчхелы и тклапи. Как же без этих традиционных угощений Тбилисоба? Ведь это не только именины столицы, но и праздник богатого урожая. Михаил Рубакидзе, Вячеслав Мадашвили, Мир 24. Добавлю, что в праздник Тбилисоба по традиции выберут почетных граждан города.